37-летний екатеринбургский бизнесмен и спортсмен-любитель Андрей Смагин утонул в Волге. Трагедия произошла в субботу в Самаре на соревнованиях по триатлону. Утром во время заплыва Андрей прыгнул с баржи и не всплыл. Тело уральца водолаза достали из воды в 6 часу вечера. По словам организаторов соревнования, это был несчастный случай. Ибо для атлета это был не первый старт, он опытный спортсмен. К тому же перед выходом на дистанцию медкомиссия проверяла всех участников. И каждый из них перед стартом получил справку о допуске к соревнованиям. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодого екатеринбургского атлета стало утопление. А вот чем оно было связано, с этим еще предстоит разбираться следствию. Андрей Смагин, кроме триатлона, участвовал в веломарафонах, а зимой катался на сноуборде. В свободное от спорта время, а точнее в основное по жизни, екатеринбуржец занимался бизнесом, связанным с продажей кухонной мебели. Андрея дома ожидали жена и маленькая дочь.